Прямо сейчас на площади 1905 года завершается гала-концерт. Скорее всего, перед зрителями выступает всеми любимая группа «Чайф». Весь вечер наши коллеги, ведущие 4 канала, вели прямую трансляцию. Если вы вдруг по каким-то причинам вовремя не присоединились, то Альберт Мусин расскажет, как это было. Тысячи людей на площади 1905 года отпраздновать День города, его 296-летие. Люди приехали с разных районов, даже из области, приходят целыми семьями и танцуют прямо здесь, на брусчатке, никого не стесняясь. Давайте узнаем, какое же настроение у людей. Мне супер, вообще праздник классный. Вот, здесь очень душевный концерт. Ребят, добрый вечер. Как у вас настроение сегодня на праздник? Отлично. Добрый, все шикарно. Сколько уже вот так вот гуляете, отдыхаете? Часов с трех, наверное. С трех часов? Да. И вы всех звезд наверняка слышали? Нет, мы везде гуляли. Мы смотрели байк-шоу. Привет, Екатеринбург! Как я рада вас видеть! Господи, какие вы счастливые! Чтобы поздравить горожан с днем рождения Екатеринбурга, с 5 часов на площади 1905 года выступают звезды телеканала «Пятница» Дарья Долинская, Артем Королев и главная восходящая звезда лейбла Black Star Олег Терновой. Чтобы послушать артистов, люди готовы собираться даже на плотинке. Настолько здесь всем просто не хватает места. На самом деле очень красивый праздник, мне очень нравится. И площадка, обратите внимание, у телеканала «Пятница» и телеканала четвертого телеканала просто нереально красивая площадка. Я боюсь соврать, но мне кажется, сейчас за моей спиной не меньше 10 тысяч человек, которые пришли сюда на площадь 1905 года вместе с 4-м и 41-м каналом отметить 296-летие Екатеринбурга. Я, кстати, что заметил, многие звезды, кто приехали сегодня сюда, прямо на сцене, кроме заранее продуманной программы, придумали на ходу импровизированные музыкальные поздравления уральской столицы. Давай! С днем рождения, милый город! С днем рождения, милый город! ЕКБ! С днем рождения, милый город! С днем рождения, милый город! С днем рождения, Екатеринбург! Это было потрясающе, ребята, великолепно, великолепно. К концу концерта на плотинке и площади собирается больше 50 тысяч человек. И каждый из них, кроме группы «Чайф», конечно же, ждет праздничный салют, который прогремит уже меньше, чем через полчаса. И его мы увидим с вами все вместе в прямом эфире.